Всем привет, друзья, в Москве. Опять есть что поснимать. Вот, значит, магазины все с яркими вывесками. Это уже все ближе к железной дороге, к железнодорожной станции Люблино. И вот здесь попадает такой цветник, и рядом с ним эта лавочка, вот эта лавочка. Очень хорошее решение того, что вот цветочки, и вокруг лавочки можно посидеть. Но вот эта черная такая, как я поняла, велопарковка. Ну, разные, наверное, велопарковки бывают. А вот цветничок с лавочкой, это вообще чудесно. И рядом же остановочка автобусная. Кто на остановке не поместился, тот на лавочке вот такой присядет. И магазинов. И, конечно, большие, высокие многоквартирные дома в Москве. Улицы очень оживленные. Там офис такой кирпичный на той стороне здания. Люблинская, 42 в этом месте. О, мчится скорая. Обгон всех. И проехала перекресток. Ну, ей можно, наверное. Вот, все стоят. Заставка. Ну, мне к пешеходнику. Велосипед свой за руль веду, чтобы вам видео записать. И вот еще вот это вот решение. Вот эти лавочки, как бы где сидеть, такие деревянные досточки. А здесь уже как бы вот, вот такие растения, камни. Такой цветник. Вот. Ну, вообще нормально. Раньше такого не было. Как нормально. Даже очень хорошо есть вот на что посмотреть, обратить внимание. Ну, адрес Люблинская, улица 59. Вот, цветнички, где я такие разглядела. Так, опять автобус попадает в московский кадр. Вот. Значит, там остановился. Остановился на остановочке. Такой пешеход. Тут нажимают кнопочки. Вот. Чтобы пройти. Вот, ждите, ждем. Надо присоединиться. Группа людей собралась. Вот. Это там тоже большой дом, а перед ним магазины. Вот. У нас уже народ прибавляется, который ждет зеленого сигнала. Опа, народ пошел, значит что, можно, да? Зеленый можно. Вот, мы вот из таких, как я, велосипедисты, соблюдаем вот эти правила перехода. Пищит. А и красный, мало горит для пешеходов, но мы успеваем. Даже не спеша успеваем. И ха-ха, машины встали. Стоят. Много машин в Москве. Если их где-то светофор держит, набиваются друг за дружкой и стоят. Ну, здесь совсем рядом железная дорога, ЖД-станция, которая мне нужна в Курском направлении ехать в сторону Подольска. Вот. Ну, пока на этом закончим. Рекламный плакат еще попался в кадр. Пока-пока на этом видео закончим.